В реформе жилищно-коммунальной отрасли ключевую роль играют собственники жилого имущества. Меняющееся законодательство вызывает у жителей массу вопросов. Ответ на них можно найти на форуме «Щелковский управдом», где экспертами выступает руководство администрации и специалисты профильных комитетов. Главный на сегодня вопрос – обеспечение теплом всех без исключения квартир. На сегодня по Щелковскому муниципальному району из 1527 МКД запущено 1230. Составляет 80%. Большая часть сейчас сотрудники теплосети, сотрудники управляющей организации запускают это городское поселение Щелково. Самое большое количество многоквартирных домов – это 819. Так что отопительный сезон, можно сказать, уже начат в полном режиме. Тему некорректных платежек подняла на форуме Общественная палата района. Основное нарушение сводится к ошибкам в начислениях за потребленную воду. Основное нарушение по Мособуирцу – это неправильное начисление за потребленный ресурс по воде. Хотелось бы, чтобы Мособуирц действительно как-то уже напрямую разговаривал с жителями. Специалисты МОСОБУЕРЦ готовятся ко дню открытых дверей 27 октября. Весь день они будут разбирать ошибки в квитанциях, учить щелковцев пользоваться электронными услугами. Традиционно на форуме значительное время отводилось на вопросы председателей многоквартирных домов. С каждым форумом они становятся все более предметными. Если прошлые форумы ЖКХ у нас проходили полностью в обсуждении вопросов управляющих организаций двойных платежек, то вы заметили, что в этот раз о двойных платежках не было сказано ни слова. То есть эту проблему мы практически, я не говорю полностью, мы практически решили. Муниципальный форум «Щелковский управдом» давно стал традиционным. Сюда приходят председатели многоквартирных домов, чтобы задать вопросы и решить их в рабочем порядке с руководителями коммунальной отрасли. Много детских площадок, но покрытие не соответствует. Поэтому пришла вот с этим вопросом. Услышала ответ. Будем дальше действовать, будем дальше добиваться. Ну, надеюсь, мы добьем этот вопрос. Ряд вопросов, заданных общественниками, касался обслуживания территории в частном секторе. Из крана течет ржавая вода, сложно найти компанию по вывозу мусора. В многоквартирном фонде вызывает нарекание качество уже проведенного капитального ремонта. У нас есть претензии определенные по качеству работ проводимых. Нареканий больше, конечно, по фасаду, по организации работ, по последовательности работ, по контролю. Сегодня обратился к администрации с просьбой по возможности, если есть такая возможность, помочь нам в этом вопросе. Такие форумы, как Щелковский управдом, служат прямой связью администрации с жителями. В форме диалога ряд вопросов удается снять прямо в зале. Это прямая связь с жителями, мы слышим от них их проблемы, отвечаем на их вопросы. Если мы можем это решить на месте, мы решаем это на месте. Очень много проблем по теплоснабжению, по пуску тепла, по содержанию мест общего пользования, по содержанию придомовых территорий, по состоянию наших сетей. Взяли все вопросы на контроль, которые требуют нашего дальнейшего сопровождения. Организаторы форума предложили руководителям администрации района, управляющим компаниям и общественникам до 1 ноября оценить итоги осенних осмотров. Результаты напрямую касаются более 1500 многоквартирных домов. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».